Вечер добрый, друзья. Сегодня пятница 13-е. Ко мне приехали гости, и мы гуляем по вечерней Анапе. Зашли в кафе, посидели. И вот приближаемся к летней эстраде, где у нас выступают наши певцы и все знаменитости. Сегодня выступает Меладзе. И кто не успел купить билеты или по каким-то причинам, вот они все тут на улочке. И вы слышите, он поет, притяжения больше нет. И все присели, слушают, пьют вино, пиво, танцуют, просто кайфуют. У нас уже выступал Киркоров, вчера Тодос выступал, Леонтьев. Сейчас мы посмотрим, кто у нас еще будет. Так, 22 сентября у нас выступает Винокур. Валерий Леонтьев завтра в 20:00. Мы завтра идем вот на Валерия Леонтьева в 20:00. Лесоповал 16 сентября. Это он нравится моему мужу. Вот мы все думаем, пойдем или нет. 16 сентября. Игорь Маменко. Так, Игорь Маменко 17 сентября. 17 сентября. Шансон 18 сентября. Вот мы еще планировали пойти на шансон. 18 сентября. И 19 сентября Ещенко. Ну, мы его не очень и не пойдем. Как-то не оспорили с вами, но я вот в этом году я опять попробовал, что надо. Когда что у нас будет? Классическая музыка, слышите, друзья? Стой!
Привет, передай. Вер, привет, передай. Привет тебе. Всем привет, передай. С Анапы. Всем привет, передай. Я скажу, дорогие анапчанцы, я вас люблю, у вас красота. Вы сделали сегодня мне замечательный праздник. И душа льется фонтаном. Я вам дарю этот фонтан. Пошли. Я хочу, чтобы ты здесь вот напил. Сейчас. Парам-пам-пам. Анапчане. Коня, кстати, Пахомова это. Пахомов уже не морщит. Сейчас я к тебе подойду. Все, давай. Мне вот это видео отправить. Таня, пойдем. Верочка. Красивый вечерний город. Сегодня в Анапе было 29 градусов. Да, это море днем. Море теплое, 22 градуса. Друзья, как хорошо, когда приезжают друзья, родственники. И мы все чаще и чаще встречаемся с ними у моря. Проводим вот так вечера. Сейчас мы провожаем мою сестру. Уже направляемся по такой зеленой улочке. Сами поедем домой. Завтра начинается новый день. Опять работа. Вечер был сегодня такой насыщенный. Я благодарна судьбе, что мы все-таки переехали в Анапу. Вот эта улочка называется Терская. Здесь посадили новые деревья с красными листьями.
гостиницы, гостевые дома. Город еще встречает туристов, очень много отдыхающих. А я с вами прощаюсь. Всем пока. Увидимся в следующем видео.